5 многодетных семей Кузнецка получат социальную выплату на улучшение жилищных условий в размере 500 тысяч рублей. Торжественное вручение важного для них документа прошло в администрации города. Для вас подошла пора, так сказать, приятных событий. Вы многодетные семьи, стояли в очередях в плане решить вопросы свои жилищные. Вот. Ну и подошла ваша очередь, поспели деньги, поспели, так сказать, решения властей, которые необходимы для того, чтобы вам эти вопросы сейчас решить. Такое серьезное подспорье вам, семьи у вас большие, 7, 6, 5 детей. Вот. Мы с многими из вас общались, там знаем жизненные ситуации у вас. Поэтому, конечно, с такими большими семьями нужно достойные условия для того, чтобы растить детей самим, жить. Вот. Ну и вот здесь эта помощь, она как раз вам к месту. Кроме того, я хотел бы обратить внимание, что сейчас с 1 января тоже целый ряд новых решений, озвученных президентом в плане поддержки семей. Да, у вас у многих как раз вы попадаете под вот эти выплаты, под всякие вот эти вот льготы. Сейчас поспеют разрешения, ну, разъяснения определенные, как применять эти льготы, какие нужны документы, как их получить. Вот. Ну, как озвучено, то есть в течение всего года можно за ними обратиться, и если вы там даже попозже обратитесь, вы эти льготные выплаты будете получать все равно с 1 января. От себя поздравляю вас, искренне рад за то, что у вас произошла вот такая перемена в жизни. И в этом году уже, думаю, что у вас у каждого получится там как-то улучшить условия для проживания своих семей, завершить вот эти процедуры, ну и получить дополнительные льготы. И в целом как-то сделать, чтобы каждая семья сделает шаг такой в развитии своего. Данная социальная выплата осуществляется в рамках областной программы и является большим подспорьем для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих 5 и более детей. У семьи Коневых 4 девочки, а 7 месяцев назад появился 5-й ребенок – долгожданный мальчик. Большая поддержка государства, что хорошее подспорье в дальнейшем, как говорится, квартиры или дом будем покупать. Посмотрим, что предложат. Хорошо, что нас 5. 5 мальчик. Использовать социальную выплату они, как и другие счастливые обладатели сертификатов, могут на покупку жилья или принять участие в долевом строительстве. Свое право семьи должны реализовать в течение 6 месяцев до 1 июля 2020 года.